многочисленный митинг. Меня это прямо радует очень сильно, потому что на протяжении предыдущих 5-4 митингов, на которых я была, народу было мало. Самое интересное и самое парадоксальное, сегодня присутствует довольно-таки большое количество СМИ. Ребята, а где вы были раньше? Я вас видела только, ну не считая там пары-тройки, которые постоянно приходили на все предыдущие 4 митинга в городе Абакане. Остальных я видела только один раз. На митинге профсоюзов вам что, дали разрешение? Я понять не могу, почему вы молчите? Почему вы умалчиваете? У вас отрезали язык? Отрезали пальцы? Почему вы только сейчас пришли, когда много народа? Ага, что-то сладенькое. Как можно так жить? Как вы можете врать своему народу? У нас же независимые СМИ. Где вы были раньше? Почему вы сейчас пришли? Что касательно повышения пенсионного возраста, знаете, вот мужчина сейчас говорил, давайте уйдем из России. Я предлагаю вернуть в Россию всех детей, зажавшихся депутатов. Отправить их в шахты, пусть они там поработают на пенсионный возраст. Может быть, тогда эти зажавшиеся депутаты поймут, что такое работать за 25 максимум тысяч рублей и как можно дожить до пенсии. Я предлагаю вообще ввести смертную казнь для всех коррумпированных чиновников. Тогда не надо повышать пенсионный возраст. Тогда у нас будут деньги. Тогда мы сможем обеспечить себе и медицину, и здоровье свое. Тогда у нас будут деньги. Посмотрите, сколько, вот Валентин говорил, сколько у нас коррупционеров сейчас берут, что в Республике Хакасия, что по всем регионам. Сколько невостребованных денег лежат у них в закормах. Эти деньги можно было пустить на развитие своей страны. Но этого никто не хочет делать. Почему? Потому что, к сожалению, все те, кто сегодня здесь не присутствуют, мало ходят на выборы и ставят за них галочки. За них кидают все эти карусели, все эти бюллетени, словно мы голосовали за Единую Россию, которая разрушает нашу Россию.